Здравствуйте! Сегодня у нас будет комплекс на растяжку подколенных связок. Данный комплекс включает в себя 5 упражнений, каждое из которых нужно выполнять по 20 секунд. Растяжка для ног очень важна. Она позволит выполнять разные физические упражнения с более сильной амплитудой. Начнем. Первое упражнение. Мы кладем ногу на ногу, выпрямляем обе ноги и тянемся вперед на 20 медленных счетов. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяем положение ног. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Упражнение номер 2. Мы берем ногу и выпрямляем ее вперед. И держим так 20 счетов. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение. Исходное положение. Одну ногу отрываем пятку. На другой ноге пятку пытаемся поставить на пол. И тянемся. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение. Одну ногу подгибаем в бок, вторая нога прямая. И ложимся в положение упор на локтях. Лежим так 10 секунд. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если вам совсем легко находиться в таком положении, вы можете убрать опору на локтях и лечь полностью на пол. Меняем ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение. Мы делаем бабочку, но только намного шире. Не обычную, а ставим ноги намного дальше. Обхватываем руками носки и надавливаем себе на колени. Тянемся вперед. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отодвигаемся еще дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При растяжке очень важно медленно дышать. Через нос делать вдох, через рот выдох. Расслаблять мышцы и пытаться их сильнее растянуть нужно на выдохе. Так будет легче. Тянуться нужно не до болевых ощущений, а до ощущения минимального натяжения. Наш комплекс подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До свидания.